Себя за бицепс, может соснится мне далее. Ко мне стало все ближе твоя талия. Летаю я, таю я, будто на пляже. Я стою с пианино, это значит, что там будет звук. Короче, дорогие друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Грызлов, и мы записываем видео-приглашение к концерту моего друга и товарища, соратника и огромного мужчины с мышцой повсюду, Дмитрия Рубина. Друзья, приходите, будет много неадекватности. Стоит инструмент, и значит, я должен что-то сыграть, а я сыграю что-нибудь, ну... Песня про видео-презентацию, про видео-приглашение. Приходите к нам, верба! Все, конец. Друзья, будет такого добра там навалом, поэтому совместные треки с Дмитрием Рубином и с Алексеем Грызловым, это вот этот парень, вы можете услышать на этом концерте. Мы постараемся сделать все весело, чтобы все веселились, танцевали, а вообще будет царить дружеская обстановка, и будут знакомые люди, и вы сможете с ними разговаривать. И даже качать рукой, делая вид, что мы все найдем. Да, и в общем, я должен сыграть что-то на пианино, и не знаю, что играть. Что... О, приходите к Диме Рубину, буду там птицы, будут... Еще раз, я просто попробую серьезно. Прокаснется, скажи, какая разница, что, какой мой номер? Успел бы, как качается бобина. Заново! В общем так, концерт. Короче. 27 мая. 28 мая. Два дня подряд просто. Ну и как продлили, это как баня. Будет много неадекватных людей. То есть я, Диман... Ну, двое, как минимум. Вот. А альбом называется... Я просто видел это в предыдущих... Как это называется, то, что мы сейчас записываем? Видеоприглашениях. Видеоприглашениях. Разные люди, взрослые и не очень, делали как-то вот так вот рукой, так та-та-та-та-та-та! Тестостерон! Но только у них не получалось с первого раза. Я говорю, я репетировал. В общем, тестостерон альбом, и женщина с мясом на попе. Стоит, красиво, и рядом с ним все. Все, конец. Надо еще что-нибудь. Я могу заново. Давай, как будто я зашел. Смотри. Ха-ха! Дорогие друзья, всем добрый день! Конферансье Алексей Маратович Вздонский приветствует вас на своем торжественном днюшнике. Даже днюшник посвящен записи видеопрезентации про видеоприглашение на видеопрезентацию. Мы сегодня собрались здесь, чтобы отметить этот замечательный видеопрезентационный материал. Все собравшиеся здесь понимают, что ничего они не понимают. Мальчишка в рубашке, в жилетке, в серой шапочке на голове говорит про то, что словесность русского языка закончилась, что ли. Постараемся прокачать каждый зал на танцполе, ну и приходите, обязательно будет весело. Всем пока! Утром на поле боя обнаружил лужу косметики, и в душе твой вокальный ужас. Джаз! Увидеть джаз. Значит, вам харац. Хотите услышать рэп? Значит, вам верба. Это джаз от оперной певицы. Я немножко раздул звук. Раздул. Как я делал? Я делал такой в детстве под полом. Ладно, шутки в сторону. Все танцуют ногтями.